يا محمد الله, 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 الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وأفضل المرسلين سيدنا حبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ظنوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبع هداه بإحسان اليوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزيدنا علما رب العالمين Ассаламу алейкум, урахматуллахи, ва барикату. Уважаемые зрители, уважаемые слушатели, мы продолжаем цикл уроков, основанных на книге Риаду Солихин. Напоминаю, глава 10. Сегодня мы переходим к 87 уроку, а точнее 91 хадис пророка, да благословит его Аллах и приветствует. анна <звы> من أنا, أنا. Передают со слов «Онася да будет доволен им Аллах», что в день битвы пророк Мухаммад саллаллаху алейхи васаляма взял в руки меч и спросил «Кто возьмет у меня это?» И все стали протягивать к нему руки, восклицая, يا يا قل فمن ياخذه بحقه فاحجم القوم فقال ابو دجانة رضي الله عنه انا آخذه بحقه فاخذه ففلق به هام المشركين رواه مسلم тогда пророк صلى الله عليه وسلم спросил а кто возьмёт его у меня Либо умереть. И люди слегка заколебались. А Буду да будет доволен им Аллах, сказал: Я возьму его как следует. И взяв этот меч, он принялся рассекать им головы многобожников. Хадис передал имам Муслим. Ученые наши разъясняют данный хадис. То есть этот случай произошел в день битвы при уходе. Битва при уходе была одной из великих битв. Как мы знаем, эта гора недалеко от Медины. Причиной этой битвы было то, что кураишиты после поражения в битве при Бадре желали отомстить пророку, да, благословит его Аллах и приветствует. Они подошли к Медине, желая сражаться с ним. Узнав это, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, начал советоваться со своими сподвижниками. Некоторые из них указали на то, что лучше остаться в городе Медине, чтобы, укрываясь в домах, обстреливать врагов из лука. А другие же, среди которых в основном была молодежь и те, кто не смог участвовать в битве при Бадре, посоветовали выйти за пределы города Медины. Тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вошел в дом, надел свою кольчугу, затем вышел и приказал выступать в горе Ухуд. Как мы знаем из истории ислама, что два отряда встретились у горы, и пророк, саллиллаху алейхи саляма, расположил свое войско наилучшим образом. Он поставил отряд лучников, состоящий примерно из 50 человек на горе, и назначил командующим для них Абдуллах ибн Джубайра, да будет доволен им Аллах. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал им, «Оставайтесь на своих местах, чтобы не случилось». Битва началась. И через какое-то время многобожники начали уступать и обратились в бегство. Мусульмане стали собирать трофеи, а лучники, которым Пророк, да, благословит его Аллах и приветствует, наказал оставаться на месте, сказали, Нам тоже нужно спуститься и собирать трофеи. Тогда их командующий Абдулла ибн Джубайр, да будет доволен им Аллах, напомнил им о том, что Пророк, Салляху алейхи васляму, велел оставаться на горе что бы ни произошло. Но лучники подумали, что битва уже окончена. Многобожники разбежались. А значит, можно спускаться с горы. Когда всадники Кураишитов увидели, что на горе нет лучников, они обошли войско мусульман и напали сзади. И случилось то, что случилось по предопределению могущественного, мудрого Всевышнего Аллаха. В этой битве, как мы знаем, погибло Около 70 мусульман, среди которых был так же, как Хамза Ибн Абдул да будет доволен им Аллах. Мы знаем, он был дядей пророка, салляллаху алейхи васалям. Когда случилось это несчастье, мусульмане начали говорить, как такое может произойти? Ведь с нами же посланник Аллаха, салляллаху алейхи мы же войск Аллаха, а с кураишитами соответственно, шайтан, а не его войско. И тогда Всевышний Аллах не спослал следующий аят. Когда несчастье постигло вас после того, как вы причинили им вдвое больше несчастья, вы сказали, откуда все это? Скажи, от вас же самих. Сура Аль-Имрон, Аят 165. То есть, причина вас самих, так как вы ослушались посланник Аллаха, также Всевышний Аллах говорит, фил амри, ва мин бади пока вы не пали Духом, не стали спорить относительно приказа и не ослушались после того, как Он показал вам то, что вы любите. Сура Аль-Имрон, 152 аят. Случилось то, что случилось по великой мудрости. Всевышний Аллах так поведал нам именно в этой суре эту историю. Здесь упоминается Абу Дуджана, ради Аллаху Симмаку ибни Харшата, ради Аллаху Анху. Был из числа тех, кто первым принял религию и ислам вместе с ансарами. Он также вместе с пророком Саллаху алейхи васаляма, принимал участие в сражении при Бадре. Если Абу Дуджана он участвовал в каком-либо сражении, его можно было бы узнать издалека по повязке на голове. И на этот раз получив меч из рук посланника Аллаха, как упомянуто в этом хадисе, он вытащил свою повязку и, как всегда, надел ее на голову. Затем Абу Дуджан, ради анху, стал горделиво шествовать перед войсками противника туда-сюда. Ибни Исхак, ради Аллаху анху, передает, что когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, увидел горделивую походку Абу Дуджан, ради анху, он сказал – Поистине, эта походка вызывает гнев Всевышнего Аллаха, но только не в таком месте. В ходе сражения Будуджана ради Аллаху Анху справился со всеми, кто выходил против него, пока он не подошел к женщинам, которые стояли у подножия горы. Они били в барабаны, и одна из них читала стихи по традиции. И Абудуджана, ради Аллаху Ангу, замахнулся мечом на эту женщину, но воздержался и не стал убивать ее. После окончания сражения его спросили об этом. Я буду Джана, рады Аллаху Анху, ответил, я оказал почтение мечу пророка, мир ему и благословение Аллаха, не убив этим мечом женщину. Абдуллах ибн Аббас, да будет доволен ими обоими Аллах, рассказывал, что Али, да будет доволен им Аллах, вошел со своим мечом к Фатиме, да будет доволен его Аллах, когда она смывала кровь с лица посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и сказал ей, возьмите его меч, я превосходно повоевал с ним. Тогда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, если ты воевал сегодня превосходно, также превосходно воевали Сахаль ибн Ханиф, Асим ибн Сабид, Аль-Харис ибн Ассомма и Абудуджана, этот хадис передал имя Хаким. Абудуджана также участвовал в сражении при Ямаме и был одним из тех, кто отважно бросился в бой в саду Абу-Ханифов. Это было в тот день, когда убили Мусайляму аль Кадзаба, когда вахши поразил Мусайляму своим копьем, как нам известно из истории ислама. То есть подоспевший Абудуджана, ради Аллаху Ангу, также ударил его мечом. Тогда Вахши сказал, только Всевышний Аллах знает, кто из нас обоих убил его. В этот день у него сломалась нога, но он не прекращал сражаться до тех пор, пока не пал шахидом. Абудуджан, ради Аллаху Ангу, покинул этот мир в 633 году, то есть в 12 году по хиджре. Итак, наши ученые далее говорят, какую пользу можно извлечь из данного хадиса – Первое. Указание на то, что человеку следует спешить в совершении благих поступков, не откладывая их на будущее. Если человек обращается за помощью к Всевышнему Аллаху, хорошо думает о нем, Аллах Всевышний всегда помогает ему. Вторая польза. Указание на то, каким прекрасным наставником для своей общины был пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Он не вручил этот меч определенному человеку, а именно что предложил людям самим взять на себя эту большую ответственность. На этом наш урок завершен. И чтобы укрепить сегодняшние полученные знания, мы переходим, мы переходим к традиционному вопросу. Итак, первый вопрос. Расскажите о сражении уход. Второй вопрос. По какой причине мусульмане потерпели поражение в этой битве? Третий вопрос. Назовите пользы, которые можно извлечь из данного хадиса. Пусть Всевышний Аллах сделает нас одним из полноценно следующих за пророка, да благословит его Аллах и приветствует. анилхамду алямин, ассаламу алейкум,